Ну, вы понимаете, да, что с таким камнем... Смотрите на лицо коровы. Что? Что? Что это? Ага. Привет, ребята, Витёк здесь, и это снова Джек Смит, тот самый осел, который любит ковать. Куй, пока горячо. Он не может никуя. И еще один лозунг забыл. Это мне писали просто в комментариях. И ни слова матом не сказал, между прочим. Итак, у нас с вами... Ага, помните тут? 10 врагов. Куча там ледяных врагов. И я говорил, что я скую вот эту вот секиру. Она мне очень понравилась, она клевая. Давай сразу ее заложим. А остальным просто сделаем хорошие мощные пушки. Итак, хрюшка-свинюшка прибежала, говорит, давай мне мяч. Мяч мне закуй. Я сделаю ему водный меч, потому что остальные мечи ничего толкового не дают. Водный меч. А, стоп, стальной водный меч будет. Все-таки стали у меня много. Магазин. Нужно купить золото. Копьецо. Ну, копье можно сделать из нормальных материалов. А, хотя погоди, копье напротив камня. А здесь каменных говнюков-то и нету. Тоже стальной будет. Экономим золото. Золото не так уж и много падает. Чтоб прям вот так его налево-направо-то расфигачивать-то. Поэтому сталь, сталь, еще раз сталь. У-ху, потекла лава. Стоп, там кто-то еще пришел. О, козлик. Козлик, который будет делать... Стоп... стальную, опять-таки, секиру. Вот такую вот ледяную стальную секиру. Круто. Давай меч пока обстучим. Так. Тяни, 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 тяни. Хоп, готовченка. А здесь у нас тоже можно постучать. Тыч, 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 пыч, пыч. Так, эта секира еще не готова. Петушара пришел, говорит, дай мне лук. Лук мне, лук у меня запили, говорит. Вот лук я, наверное, сделаю хороший. Потому что он ледяной и водный сразу. И он будет золотой. Лук. Как золотая чаша, только лук. Ну, вы поняли. Так, лук кипит, как говорится. Все у меня какое-то недоделанное, да, потихоньку, помаленьку. Так, где твоя палка? Сколько у меня всяких насадочек интересных есть, а? Перфект, как говорится, все. Эпик Випон, поехали, следующий. 100-100-100, воу! Так, лук еще не закипел. Хорошо. Пику, меч, меч успею сделать, нет? Нет, наверное, давай. Давай лук. Лук! Давайте натянем его. Так, есть немного огня добавка, да? Держалок вагона, ничего толкового и нету. Вот и держалка на 9 удачи, например. Да ну это все как-то мелко. Может быть стрела какая-нибудь. И стрелы я все порасходовал. Опять огненная только стрела есть. Ледяная, водная есть, смотри. Да, водную стрелу посадим. Так, а оперения у меня тоже никакого нету толкового. Здесь на 5 удачи. Давай. Вот такие странные стрелы будет выпускать этот лук. Simple bow, как говорится. Немножко косовато, но нормально. Снова меч. Нас просят сделать. И корова еще с копьем. Блин. Чё-то как-то, а чем я пробивать-то буду? Ну ладно. Но надо сделать тогда золотой меч хотя бы. И золотое копье. Хоть, может быть, бить будет. А может, что-то интересное, погоди, дизайн. Может, какое-то копье могу скрафтить интересное.
Плюс 5 to all soldiers. Может быть, сделать вот такой айсикл. Я, правда, его уже делал. Или я справлюсь? Давайте сделаем вид, что я справлюсь. Окей. Я должен справиться. Я слишком крутой. Тоже золотое копье сделаю на всякий пожарный. Давайте допиливаем. Что у нас есть? Плюс... Давай вот такую. Она со стрелочкой. Она показывает, как правильно ее надеть. Так, ручек нету нормальных. Это я помню. От лука и от меча одинаково все. Попку. Попку можно. Вот, давай вот на два повреждения добавим. Грейт. Всего лишь грейт. Фига себе. А, сойдет. Так. Тут парень почти докоптился уже. Значит, почти докоптился. До ручки. Немножко постучим. Есть пошумим, а есть постучим. Так, здесь тоже уже докоптились. Витя, не обкекайся, кричит чат. Да я нормально, нормально. Я думаю, мы пройдем. Понимаете, в таких играх, там, где нужно что-то собирать, нужно всегда играть на грани. Вот если ты можешь играть на грани, то есть ты постоянно вот прям вот на тоненького, да? Уже нет, нафиг, давай обычные палки поставим и все. Ты постоянно на тоненького, ты вот чуть-чуть и просрал бы, да? Вот это значит, ты правильно играешь в эту игру. Если ты играешь там с гигантским запасом, у тебя всегда 150 тысяч хп остается, значит, ты перерасходуешь ресурс. Не надо так делать в подобных играх. В подобных играх нужно играть именно на тоненького. Если ты можешь все пройти на тоненького, это ты, значит, идеально все делаешь. Смотри, копье на 100-100-100 зафигарил. Давай еще одно такое же. Осом. Перфект. Осом. Ой. Накаркал. И попку. Эти попки уже ставлю, прокрученные, прогрейженные. Крутые попки. Крутые попки в бой. Так, тебе что-нибудь тоже крутое навесим, да? О, давай вот это вот. Держалки нет нормальной. Чё греть-то вроде посередине наткнул? Ужас какой-то. Сойдет. Красивый, кстати, меч получился. Мне нравится. Сейчас пройдем, смотри, наблюдайте. Наблюдать сейчас изи будет все. В атаку! Дж! Ледяной паук по шее получил. Слушай, у меня по сути льдом бьет только лук, да? С лучника надо было вообще кристального делать. Ой, кристаллы падают, хорошо. Это потому что они морозные, с них кристаллы падают или что? Как это работает вообще в этой игре? Опа, лучник. Опа, чирик, как говорится. Есть пробитие. Ну, четверых пробили, пока живем. Давайте, пацаны, больше денег выбиваем. Так, птеродактиль, подожгли его. Отлично полечились. Что-то как-то тухло идет, если честно. Я что-то боюсь, мы с вами не пройдем. Хотя у меня там даже эпичный секач есть. А, топор, топор еще дает, да, по-моему, урон по льду. Вот что я вспомнил. Там денежка валялась. Я ее упустил. Так, нужно похилиться срочно. Где хилка? Вот она. Волвинг! Ё, капец, он здоровенный. Сейчас пробьет нас, чувствую. Ой, больно. Пацаны, надо пробивать его. Ё, вот это босс, этот будет жестко сейчас. Сейчас он меня... О, господи, он какой здоровенный. Нет, минус, пацаны. Стоять, лечиться. Бейте, 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 бей, бей, бей. Нет, ну, ну, давай. Хорош. Вот это я называю на тоненького. Сейчас вот он еще раз ударил бы, я проиграл, скорее всего. Значит, я идеально все прям измерил, сделал, выложил, отложил. Фух. Капец, за один уровень я полуровня только набираю. 230 монет.
мамочки. Две каких-то белых держалки, смотри, прикольно. 22 кристалла, 17 золота. Хорошо идет. Так, погоди, там новый залп должен открыться. Надо перетерпеть вот эту каточку и новый залп открыть. И с ним я точно начну проходить заново, все хорошо. Итак, против нас. Вода, ветер, огонь. Ветер, вода. Обычный огонь. Обычный вода. Дуделка. Что у меня открылось? Какой-то меч открылся, да? Винсло. Ой, какой красивый, ты посмотри. Мамочки, классный какой. Смотри, какая красота. Так, погоди, ветерки. У нас там будет много... А ничего много у нас не будет. Но я все равно хочу его сделать. Он очень классный. Он очень красивый. Я тупо хочу его сделать, потому что он клевый. Все, я его буду делать сейчас. Так, это стальной фалькон. Как раз хрюшка пришла за мечом. Вот тебе фалькон. Стальной. 173 стали. Елки-палки, лес густой. 173 стали. Девать ее некуда. Пока второго нет, накоптим. Вот и второй пришел. Ага, булава. Ой, а там булава же есть у меня, это как его... Медная булава. Слушайте, ну давайте сделаем удачу всем большую сделаем, но с медной булавой, да? Ой, а почему 10 ударов? А, тут лезвие-то с одной стороны. Господи, боже мой, накосячил. Так, где ты? О, красивый, ты посмотри. Как будто орла какого-то нацепил на меч. А вот она, белая держалка. Почему грейд-то всего лишь? Прям посередине же попал. Ой, красивый. Очень красивый меч. Сойдет. Еще одну дубину хотят. Стоп, погоди, у меня тут есть лакбитер. Будет лакбитер, это что? Медная броня, это с самого, извиняюсь, фигового сплава. Но надо сделать медную броню, ребят. Ой, броню говорю, булаву, конечно же. Говорю вообще фигню какую-то. Ой, еще прысканул слегка. Сойдет. Она все равно медная. Она все равно ничего нам не даст. Она просто должна давать удачу всем. Че я стараюсь тогда? Фигарь, как можешь, господи. Так, ингредиенты. Плюс 9 удачи. Еще плюс 7. Как бы его живым-то оставить, а? И кончик. Эпик, плюс 5 удачи всем солдатам. Но он сдохнет моментально, этот бык. Икс с тобой, ладно, бык. Ой, сколько там запросов тоже приехало. Так, булава. Снова меч. А у нас есть какая-то еще уникальная булава, что-то мы можем сделать? Орскрашер, смотри. А, ну он какой-то против, ну... Не, мне нету. Скорчер, огненный, ничего такого не надо нам. Давай булаву обычную зафигарим тогда. Обычную, обычную ли, как говорится. Надо золотую делать, наверное, да? Нет, стальную. Пусть будет стальная. Так, и еще меч. Так, 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 ветер, вода. Что-то из мечей у нас есть интересное еще. Электрический. Можно, в принципе, что-то из таких сделать. Закупиться заново. Но мне больше нужен такой вот против воды. Давай водный меч я сам скрафчу ему. Обычный, тупо водный. У него хотя бы есть водные повреждения на мечах, поэтому можно крафтить хороший водный меч. Золотой.
Так, ты тоже будешь крафтить водные обычные. Ой, там опять корова пришла. Вот так вот. Так, а корова хочет булаву. Как-то так. Руду я купил. Ну, поехали. Очень странно, одни мечи да булавы. Что-то как-то не того я ожидал. Так, ну с этой надо постараться, конечно. Здесь от крафта будет зависеть, насколько она хорошая получится. Хотя не настолько и сильно, как кажется, да? Стоп. Меч. Хреново отбил. Стоять. Успел? Ух, успел до перегрева. Господи, боже мой. Чуть-чуть. Еще б чуть-чуть и все, и до свидули. Можно было переплавлять. Хотя это небольшая проблема, тут ресурсы-то возвращаются все за переплавку. Смотри, как я намострячился уже эти булавки-то фигачить. Три булавы, три меча за один заход. А? Фух, так, что-то хорошее поставить, палку какую-то. Да ладно, я ее стальной сделал для того, чтобы просто слить. Я боюсь, ребят, что я здесь не пройду. Боюсь, не пройду. Ну ладно. Не хватило, да, еще до новой мейсы. Давай вот эту мейсу добьем. Ох, три перфекта, смотри, выкинул. Опять не открыл следующую. Да что ж такое-то, а? Ладно, будем мечи крафтить. Мечи, мечи. Строчи, строчи. Вот давай вот огненную рукоятку поставим. Осом. Погоди, там была огненная рукоятка, давай. Сейчас прикинь, какой-нибудь типичный меч сделаю. Есть какая-нибудь огненная попка? Вот такая, смотри, красивая какая. Эх, нет. Нет, не прокнуло. А прикиньте, если бы это был какой-то уникальный меч. Мне говорят, что здесь можно крафтить уникальные вещи, не зная рецепта. Ну, то есть, ты просто должен скрафтить такую вещь. Сложить из тех штучек. Ну, то есть, если Википедию открыть по игре, то, в принципе, можно крафтить вещи, какие попало там интересные. Но у меня нету. Не понимаю, почему ручка грейт все время дает, хотя я ее посередине ставлю. Окей, ладно. Вроде что-то скрафтили, но что-то боюсь я, ребят. Боюсь, не пройдем. Но пробуем. Здесь много водных, я много водных сделал. Босса уж точно должны заварить довольно быстро. Тут опять и водный пацан. Жалко, ударить успел. Надо делать так, чтобы они не успевали ударять. Самое важное, наверное. Очень больно бьют монстры. Так, огненный чувак. У меня там есть парень с мечом, который по огню хорошо бьет. Ой, булавы вообще уже отъезжают. Да что ж такое-то? А было все-таки их золотыми какими-то делать или еще что, я не знаю. Ауч, капец, минус одна булава уже. Как он так быстро-то отъехал-то? Жестко, конечно. Не, я не пройду. А, это та самая булава, которая удачу давала. Я вспомнил. Теперь понятно, почему он так быстро отъехал-то. Он и повреждений, получается, не носил. Не наносил. Ауч.
Так, огненный дамаг по огненному чуваку. Пацаны, лечимся, живем, стоим. Стоим. Капец, я не представляю, что сейчас будет. Сейчас, походу, булависты отъезжают на этом пацане. Один отъехал. Второй отъехал. Лечить мужиков. Он успел ударить еще раз. Все, приездочное, ребят. Я не прошел. Сейчас этот петух. Хоть они все с хорошими водными повреждениями, но этот петух сейчас всех опустит тут. Ну, а тут эксперименты с той булавой. Все. На тебе. Не прошел. Не прошел. Ну, может, хоть ресурсов набрал много. О, уровень взял. Сойдет. 223. Ну, стоило ли оно того? Мне кажется, не стоило. Мне кажется, не надо было ту булаву делать. Она нафиг. Заруинила только все. Ну, будем знать, что ее не надо брать. Cannonball! Электрическая бомбочка. Во! Вот это нам поможет. Вот она была бы у нас в прошлой катке, мы бы прошли. А не было, все. Ну что, кто там? Ветер обычный, обычный, обычный. Молния обычный. Лед, лед, лед. Молния. Пум. Так, ну можно сделать много-много-много золотых, да? Ледяных много. Может, ледяной лук он тот? О, можно лук сделать вот такой. А он же сам не ледяной, вот этот лук. Так, погоди, меч. Давай электрический меч сделаем. Тут есть электрические пацаны. Давай делаем электрический кристальный меч. Прямой, да? Хотя, казалось бы, он должен быть не прямым, но я делаю его прямым. Баран, ну, в смысле, этот мужик пришел. За булавой. Булава, булава. Стальная голова. Почему-то я булаву хочу делать стальной. Не спрашивайте меня, почему. Она слишком много ресурсов. У меня 12. Поэтому, наверное. Ух. Так, нам надо кристальный меч уже делать. О, пережарил, да? Ай ты, бошки-кошки. Заново давай коптить. Есть у меня там на топор какая-нибудь интересюха? А, ничего нету. Не, можно, конечно, было бы купить. А, нам, наверное, ледяной лучше топор сделать. Давай с голды. Ладно, пока там плавится, я мысуху соберу. Передержал, да. Shit happens. У нас запчастей много не выпало, так что ставим, что есть. Кос все поставил. Сойдет. Нормальный показатель, они там толком ничего не теряют. Так, еще один меч, да? Но этот будет у нас молниевый меч делать тогда. Вот такой вот фалькон из золота. Так, кристаллы дозрели. Так. Секирка тоже дозрела. Хорошо. Секирка золотая. С ароматом чая. Кос поставил в конце. На бигренюшку слегка. Сойдет. Я просто уже на скорость пытаюсь все это делать больше. Лук. О, лук это интересно, кстати. Лук это ледяной можно сделать.
Значит, у нас против льда будет нормально. И это хорошо. По сути, нам лед и электричество надо сделать. О, в конце гуд. Такой хык-рык. Так, уникальный меч, давай пилить. Вот он с этим мечом должен будет всех победить. Где тут у тебя? Во. Перфект. На, детка. Осом. На, держи. Перфект. Хорош. Кристальный меч будет дарять всем. И главное, всем добавит молниевых повреждений. Вот это самое клевое. Опять лонгсворд не собрался? Да что ж ты будешь делать? Да? Луг. Луг. Нам нужен обычный, да? Да, нам нужен обычный Simple Bow. Давай, Simple Bow. Simple. Так, и булавешка еще одна. Булавешка у нас стальная. Уж сильно она дорога. А лук будет, конечно же, золотой, потому что он за 8 делается. Я покупал золото уже, я покупал. Чатик кричит, что я золото типа не купил. Я чатику не верю, но я перепроверю. Мне это легко делается. Смотри, раз. В магазин заходишь. Куплено. Тара-тара-та. А нету никаких указателей, что вот типа у тебя там кипит все. О, нормально так быстро собрал, тут даже еще не закипело. Лук. Ах ты, Витя, да, я вот такой, понимаешь, я успеваю все сделать. Ой, хорошо натянулся как. Там какая-то есть стрела с... На бикрень стала, все равно перфект. Как это работает, не понимаю. Давай вот такую еще. Лучник будет крутой у нас. Прокачанный. О, 100-100-100, Simple Bow. Так, мысушка стандартная. А если я свысока буду кидать, это нормально? Хо-хо-хо! Фига себе, Тетрис. Вот это я дал на перфект, да, накинул? Он же так медленно падал, я думаю, что он так медленно падает? Дж, перфект. Хорош. Витек, жонглер, блин. Так, ну тут у нас будет электрическое дуло, так что я не думаю, что будут проблемы какие-то. Первый рак пошел, первый рак самый халявный. Электрический ток продолжает наш день. Так, сталь какая-то одна падает. А можно что-то вот не стальное, а хотя бы золотое? Пожалуйста, игра. I need more gold. Простонародье. Так, вот по следующему надо молнии бить, он молниевый будет. На, зарядил сразу. Что-то как-то слабо все равно бьет это дуло. Ой, мимо. Смотри, как хорошо идем, а. Там булава, правда, опять проседает. Звуки страшные. Гасим, гасим парней. Ледяные парни. Поджигаем их. Ну, как по мне, самое крутое дуло, это, конечно же, лечилка. Так, этого паука надо так сносить. Электричество останем на последнего. Так, одна дубина ушла.
электричество пошло, огонь пошел, обычка пошла, лечилка... Ах, чуть-чуть лечилку не успел. Ну ладно, пробиваем, пробиваем. Есть пробитие. Кстати, давно щитовиков не было, вы заметили? Я давно щиты не крафтил. Фух, мастер свордсмен. 289. И опять миллиард стали. Нафига столько стали? Куда ты мне, куда мне эту сталь? Солить ее, что ли? Ой, там новое копье впереди. А сколько всего дней в этой игре? Интересно, какой у нас рецепт? Сколько врагов? Вода, вода, молния, обычный, вода, молния, обычный, молния. Вода и молния, понял. Щит. Спейд дефенс. Плюс 3 атаки. Пиковая защита. Железный щит. Ну какая-то фигня, скажем честно. Так, там вода и электричество. Что я могу такого сделать? Могу лук, конечно. Да, могу сделать вот этот лук на ХП. Но этот теневой. Остальное все. О, я ни разу этот меч не сделал. Странно. Ну, в общем, лук. И можно вот этот меч. Чтобы этот меч сделать, нужно купить. И не факт, что оно продается, кстати. Давай посмотрим. Я могу его вот так вот сделать. ГП5, ЦП14. Здесь есть грипс. Нету, да? Листать же нельзя, да? Это все, что есть в магазине сейчас. Я правильно понимаю? Что можно покупать то, чего у тебя нет потихоньку, помаленьку, да? Если деньги есть. Ну, денег не так уж и много, скажем честно. Тут поди раскупил и все, и до свидания. Ладно. Так, ну, меч-то понятно, и так можем сделать. Сейчас дизайн только выключу, ремув. Надеюсь, все-таки нам попадется возможность сделать лук. С мечами все просто, очень много водных врагов, поэтому... А, есть еще электрические враги, да? Ну, тут с мечами совсем все просто. То есть нужно хорошие, качественные золотые мечи понаделать. Собственно, вот они, ребята, идут. Требуют мечи. Требует золотой электрический меч. Надо луковичка найти. Одного луковичка, надеюсь, дадут. Давай, вода, лейся. Только это не вода. Это лава. Или Яша. Я не знаю. Кто-то из них двоих. Яша или лава. А может, они вместе. Так, финиш хим. У меня скоро гладиусы будут прокачанные, да? Нужен широкий Витя. Широкий Витя? Это как? Широкий Витя, говорит, ему нужен. Сейчас будет тебе широкий Витя. Опа! Какой меч сделал, красивый. Там уже трое пришли, в очереди стоят. Так, бык. О, щит. Что, сделаем тут недощит? Копье. Что там за щит?
Плюс 3 атаки. Давай сделаем железный щит. Iron Shield. Жестко, конечно, из железа что-то делать на такой стадии игры. Ну ладно. Булава, булава. Булава ледяная, так водная. Давай тоже золотую булаву сделаем. А вот и петушара пришел. Петушара будешь крафтить себе. Ой, какое меню, погоди. Back to game. Ух, чуть не обкекался. Какой там лук нужен? Тоже железный. Ну и ладно. Опять сейчас из-за этого солью. Так, а можно сразу-то оба? Ну, у них совершенно разные запчасти, действительно, можно было бы. А что я еще не сделал? Копье надо сделать, да? Копьецо, копьецо. Копье за 8 можно. Го, говорит, алмазное копье. Зачем? Перерасход ресурсов только. Алмазку я оставлю на будущее. Так, там все есть. Давай щит. Вот такой вот краской его покрасим. Я уже покрасил. Можно следующий уровень. Грейд всего лишь. Сойдет. Плюс 3 атаки всем зато. Надеюсь, если он умирает, то все равно плюс 3 атаки остается. То если это так, то, конечно, вот такие вот вещи создавать на такой стадии игры лучше уже не надо. Конечно. Чтобы быстро открывать рецепты, нажми D. О, действительно работает. Так, пиццо. Ох уж эти бесконечные палки. Все перфект. Великолепнейшее копье. Так, и осталось булава и луг. Так, стоп, луг. Ничего, что я его лугом называю. Если по ней еще сделаешь, что второй раз нажимая на букву D, ты отправляешься обратно. Вот это было бы прикольно. Господи, что я тут пытаюсь из этого лука выжить, а? Гаси, стрела, смотри, 10 атаки. А у меня 2 штуки таких. Вот это стрела, так стрела. Набекрень. Орёт так. Закосячил таки, да? Я думал, оно не работает. Ну ладно, 74%. Сойдет. А, Витя, косяк, блин. Витя, косяк, ребят. Мое второе прозвище. Да я просто думал, что там как ни поставь, оно все равно перфект читает. Оказывается, нет. Оказывается, тут можно сделать наперекосяк, набекреньку. Это для меня открытие в этой игре, ребят. Я первый раз вижу такой результат. Так-то я стараюсь, как видите. Перфекты всякие осымы делаю. Такой косяк. Так, 49, по-моему, максимальный мой тайм-бонус. Поехали. Мочи кабанов. На тебе. Зря, наверное, сейчас потратил, ну ладно. Похилиться. Молния. Он же водный, но для него молния как раз убийственная должна быть. Электрорефир... Там суперэлектрический цветок. Упоротый. Упоротый и электрический цветок. Бам-бам-бам-бам. Просто набомбил его шарами своими. Все, отлетел.
Щит довольно хорошо держится, учитывая, что он железный. Он все равно очень хорошо держится. Так, шары в бой. Лук проседает. Вот лук проседает, да. Щит там, наверное, плюс хп себе накачал. Я просто не помню, не смотрел, что краска дает. Лук у нас скоро кончится. Пацаны, лук кончается, надо его хилить. Лук, держись! Я думаю, пройдем. У нас там по пол хп. Ну, лук всем хп дает. Все, лук кончился. Магический лук давал всем здоровье. Но сам умер. Не дожил. Все, победа. Есть! Эпичность зашкаливает. Бам, еще хилочку сверху. Па-па-дам, па-ба-бу-бу-ба-пу-бам. Мастер Свордсмен. Что мы открыли? Новых врагов каких-то, по-моему, должны открыть. 276 лута. 23 золота, 18 кристаллов. Ну, уже нормально. Уже терпимо. Новое оружие. А, трезубец. Фига себе, он красивый. Какой-то владычица морской, видать, трезубец-то. Что нас ждет в этом уровне? А в этом уровне нас ждет змеи, ледяные, пауки всякие и прочая дичь. Огненная нечисть, ветреная и очень много ледяных еще. Ха, а в конце обыкновенный монстр. Что нам дали? Мы новый секир. Лакбрингер. Бронзовый. Нет, я не буду его крафтить. Я не буду его крафтить, он бронзовый. У меня уже было такое. Ну его нафиг. Я уже как-то сделал булаву, да, которая приносит нам огромное количество удачи. И остался неудел, как говорится, с этой удачей. Кэп CP14 продается, нет? Нет. Не продается. Руда продается. Так, но мы не об этом. О, смотри. Копье. Копье. Ой, это новое же, да? Давай новое сделаем. Новое, давай, 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 давай. Золотое сейчас. Смотри, 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 смотри. Смотри, 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 смотри. Сейчас я сделаю мега. А зачем я его делаю? Оно же водное. Не какая-то. Это копье вообще будет. Так, меня тут попросили сделать максимально уродское оружие. Так. 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 Ха-ха! Один атаки, 15 жизней. Прикольно. О, смотри, какая красота, а? Такое вы точно никогда не видели. Да. Ну, вы понимаете, да, что с таким камнем... Смотрите на лицо коровы. Что? Что? Что это? Вот это прикольно. Вот это забавно. Ладно, мы все равно, конечно, будем рестартить этот день, потому что на этом серия закончилась. Надеюсь, вам понравилось. Лайки ставьте в описании, ссылочку на плейлист на игру ВКонтакте. Делитесь с друзьями, добавляйте в плейлисты. И вообще будьте хорошими, позитивными. Пишите комментарии про что меня впереди ждет вообще. Я не понимаю. Как-то так. Ну а пока... Пока...